Эй, народ, вечер добрый! С вами Квантум, Мехакер, Кратос и Халдор. И сегодня прятки в CSGO, сегодня зомби-маньяк, сегодня будет весело, угарно. И у нас сегодня классная космическая станция апартаменты. Всем приятного просмотра, ну а мы начинаем, Привет, ребята! Розыгрыши, честный дроп, интересные конкурсы. Тебе интересно, где все это можно найти? Заходи на forcedrop.net. Только у нас ты найдешь самый мощный дроп, систему лайфтрейдов, авторские кейсы от топовых ютуберов. forcedrop.net. Бери от жизни лучшее. Танюша! Антонюша! Что надо? Посмотри туда, будущее! Если я посмотрю туда, мой FPS умрет до 30, лучше не смотреть туда. Мы выходим через 40 секунд. Они скоро выходят, убегаем, потому что не могут не прыгнуть и выйти раньше. Пойдем. Пойдем, у меня есть идея, Тихо. Главное не... Давай. Тихо. А может делать что-то? Они же выбрались тогда. Жесть. Нет, они 30 секунд ремейнинг. Припели Ранус там все дела. Проверь все графики. Кстати, есть здесь что-нибудь, да или нет? Возможно, тут двойное дно. Жалко, у нас нету с тобой. Двойное дно. Куда тебе еще дно? Куда ты открыл это? Сдрысни. Погоди, я что-то там проверил. Сдрысни оттуда! Вот так, все. Зачем? Да тихо, я пролажу там куда-то. Ладно, все. Ты никуда не пролезешь, они выйдут через 5 секунд. Три, два, одна! Давай, Миша. Time to kill, блин, время убивать, а у нас время выживать. Вышли, пацаны, да? Они вышли. О, Миша что-то нашел. Здорово, кто сюда телепортировался? Миша что-то нашел. Так. Сверхсекретная комната. Я не знаю, это не секретная комната, просто где? Тут где? Телепортом сделано. Миш, посмотри на мой этот, на мою шапку, нормальная такая, да? Тихо, Антон. В смысле шапку? Какую твою шапку? А где твоя шапка? Это не твоя шапка, Антон. Ну она похожа на мою. О, это похоже на картину этого Микеланджело. Ком тумер, ёптите, Антошкеринг, Злючкеринг. Они где-то там бегают. Сюда, быстрее, скорее заходи. Бегают. Козёл! Где? Где-то здесь бегали, слушай, ты уж лёпина долбанная! Ты как всегда кретин, блин, тормознутый, овощная грядка! Они тут были? Они тут где-то были. Тихо, главное сейчас потише. Кто прыгает? И все будет хорошо. Они там! ГД, они там, нас нет никого! Нет, какая лютая жесть. Дань. Да. А видишь, там вот куда, смотри, там нычка. Да. Ну, понимаешь? Может, это было на втором этаже, Миша? Пока нельзя. Пока нельзя. Нет, Антон, нельзя пока. Ого! Ни хрена себе. Ни в коем случае, понял? Ты дурак, что ли? Залезь обратно залезь! Что? Они тебя видели, походу. Они на втором этаже, походу. Ты видел эту штуку, то сюда? Ты баклажан. Ты что-то открывал, Саня? Нет. О, а ты еще впереди. Они, походу, видели, как мы открывали. Квантовая звезда. Квантовая звезда, сейчас у тебя будет на лбу вырезано, где маньяк найдет, идиота, запчасть. Можешь, пожалуйста, Антон, залезть назад? Я слышу, как кто-то ходит. Это я хожу. К убеганию. Да не, давай сюда. Да они бегут, Ты дурак, что ли? Видишь, всё, рояль? Нормально. Рояль, в угол никого. Прыгай. Мы боимся, мы такие 4 минуты, типа, ну куда? Не стреляй. Вообще не вариант, пацаны. Ребят, никак. Ну, мы далеко, вы можете уже. Вы Чё там? Ты нашел кого-то? Я Вы далеко, пацаны! Открылось что-то. Вы очень далеко, ребята! Не пропусти меня, Саня! Они прыгали! Антон, беги! Беги, Антон! Я не могу выйти! Чё за хрень? Беги, Антон! Он на второй этаж убежал! Я не вижу его. Беги! Ты успел убежать? Где-то здесь он был. Ты где спрятался? Руколицо у кого-то там. Руколицо просто. Что, мне начатить приходить, что ли, из-за того, что ты слишком... Писи мягкие там. Мягкие ботинки. Мягкие ботиночки, будешь ходить как кошечка просто. Две ладошки нахрен, нежные кошки. Две ладошки, нежные кошки нахрен. Какой стильный рояль. Роялец very стильный. В рояле есть телепорт, может быть? Странная я система. Ща обоссусь просто, блядь. Красавчик, а кто там дал подсказку? В туалете? Слушай, стрелял! Отвечаю! Ту стрелял! Кто стрелял, где?
Где-то тут стрелял! Это он стреляет? Нет, это я уже стреляю. Он где-то тут стрелял с помощью... Опа, этого... я вижу прорезанные стены. С глушителем стрелял, отвечаю. С глушителем нахрен, сам ты глушитель. Уклонатор. Капец, шаги от тебя такие, как будто ты... Антон, где ты, напиши, пожалуйста, где ты находишься. В своем любимом месте. А вот это я слышал с глушителем. Ага, он где-то здесь! Внизу? Я только что видел дымку от этого, от выстрела. И сюда иди, вот так. Тут дымка, дымка от выстрела, видишь? Вот, вот это вот от ага. Дымка от выстрела! Они застряли друг в друге! Съесть меня! Лови его! Ты чё встал? Ран, Форест, Ран, не оставь шанса маньякам! Стоп! Куда он бежал? Тут нет. Ты зачем меня застопил? Я прикинь, я пока там... сидел, они застопили друг друга. Я вижу, там... Я хотел с тебя слезть, а ты шел в ту сторону, бегают. Куда я шел. Опа! Вот опа! Опа, нифига! Это что? Я застрял? Антон, ты как, жив? У тебя все нормально? Я видел. Ты видел меня? Да. Нормально тебе, ну, очень по-моему, нормально. По-моему, он куда-то сюда, по-моему, тут есть нычка. Это про кого? Да нычка нет. Есть, нычки нет, да нигде ни у кого! Я тебя видел, Антон, ты что там делал? Нашел! Он в кустах сидел, в 2 миллиметрах от меня, нашел Шорка, вообще, псих, отвали от меня! Где Антон был? Победа! О, Антон, подсади меня сюда, слышишь? Иди сюда. Давай, подсадку, братан. Братан, брат, милая жопа, надо подсадить. Пойдем. Да ладно! Чё? Чё они сделали? Ребят, тут как бы это самое, мы выходим на охоту уже. Нет, вы не выходите еще на охоту. Нет, мы выходим на охоту, мы уже вышли. Вы не выходите на охоту. Миша, ну, можно, да? Не знаю, как бы вышел на охоту. Да нет, это нечестно. Тут да есть, я стою на месте. 5, Антон, через 4. 5 секунд ты там вычек, как бы тебя уже стою, жду. Они еще не вышли. 2, скучно. Да, они вот а почему? Ура! Бляха, Саня, муха. Она туда же. Походу нет, не учит. Миш, мы застряли. Антон, тут серьезно? Застряли. Да, Антон не вовремя. Вот это жесткое место, просто FPS погибает. Пойдем. Я не буду выключать на всякий случай. Что? Ни хрена тут. Нормас, да? Вот это топ in the world, да. Так, пацаны, в общем-то это Mass Effect. Саня. Моя шапка, здравствуй. Нифига, смотри, что я сделал. Ребят, найдите комнату для тренировок. Ребят, тренажерный зал. Окей, пойдем искать тренажерный зал. Комнату с подушками, я бы сказал. Комната с подушками. Вон, видишь, там. О, тут рояль. Подушки. Поиграй, дай мне. Тихо. Ничего, о, прикольно! Немножко, чтобы если что... Музыка на нем играется. О, как вообще карта? Давай только на карта очень графика. Я нашел комнату для тренировок, Антон, я нашел комнату. Так, где? Вот ищите граффити. О, здравствуйте. Совсем... О, что ты бьешь груз? Что ты бьешь, граффити? А? Смотри, здесь странная комната. Я вижу! Что? Где? Нет! Минус один! Как он? Как они оказались? Что случилось? Это телепорт был, Антон? Да! Стоять, только не беги, там лагается, не ходи туда. Блин, я застрял. Куда? О, где он? Миша, ты чё, беги! А где он? Они тебя не заметили, ничего не заметили! Они заметили меня! Заметили, вас заметили, у меня фрейм. А вон побежал! Прыг! Да вон на втором этаже бегает, тушлепантер! Все, мне хана! Да! Тут нычки какие-то жесткие. Вы убегали, FPS погибал. Антон, давай подсадку опять. Фирменную пятерочку подсадку, давай. Давай спрячемся круче всех. Давай спрячемся круче всех. А я спрячусь круче всех, потому что я крутой. Пошел вон, это мое место. Мое место. Я страж этих ворот, не пущу тебя. Я же тебя порежу, будьте нахрен стражи. У меня 10 тысяч. Свали нафиг отсюда. Так, пацаны, 5! Я уже спрятался. Какой 5? Антон, значит, 30 секунд здесь 5 он пишет. Не прокатит Антон. А я посижу здесь. А ты сиди в тюрьме, как лох. Да. И не крути там носом. 3! А я раньше вышел. 1, и я иду тоже. Time to kill. А знаете, что я могу сказать? То, что вы нас не найдете. Потому что вы плохие маленькие. Да ты что? Хреновые сыщики. Здесь никого нету. Ты нашел Антон, кого-то, Антон? Антон, ты где, Сань? Это ты стреляешь, я что ли? Я уничтожу! Вон он там! Сверху! Нет, я не там, нет! Вот там он! Думаешь, что он там? Подсади меня! Неправда. Да нет здесь никого, забей! Да сверху, придурь! Думаешь, он там? Он там! Подсади меня! Да не там я! Ты меня подсади! Там телепорт же вообще-то! А где он? Он где-то в кустах!
Здесь никого нету. Пусты, прочекай. Ребят. Что? Ах ты, мурло долбанное! Он в кустах летел, я так и знал, что он в кустах. Один попался, он в кустах. Воу-воу-воу, не пались, не пались. Я его вижу, блядь, ты. А как? Он реально там сидит, как Чебурашка залезла туда. Эй, стрелять не круто. А чё он там? Ох, сука, я сейчас тебе залезу, блядь. Не, так не получится, он не прыгает туда, вот в чём прикол. Да. А уйди! Как ты это сделал? Эй! Ах, охренеть, я понял, где ты. Нет, я не понял, где ты. Как он попал? Как ты сюда попал? Ага. Думаю, я тебя не вижу? Бро! Брысь отсюда! Ага. Ё-моё! Так, подожди, я видел этот телепорт, он телепортировался как-то через вот эти вот... А, это телепорт? Что тебе? Через какие? Как-то он прыгает где-то? Или это ты ходишь, прыгаешь? Не прыгай там! Мне нравится, мне нравится эта нычка. Миша, подскажи, куда? А, иди, короче, налево. Прямо, 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 налево. Еще налево. Я не понял, блядь, что нет, не было. Туда. Мне интересно, где он да есть? Да что ж я было, погоди! Стой, 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 стой. Миша, если меня сейчас найдут, я тебя отъезжаю, я тебя убью. Бля, что нахуй? Как ты его хоть шотом убил? Где он был, Антон? Минус сердце нахуй, сука. Что на хрень это было? Где ты убил его, Антон? Где он сидел? Он не знает, ты меня не видел? Я тебя не видел. Ты на меня просмотрел. Какого фига? Короче, раскатали их ништяк.